Всем привет! Сегодня на разборке ноутбук Dell M5110. У него глючит жесткий диск. Виктория показала, что там несколько сбойных секторов, но в принципе такие жесткие диски обычно еще нормально работают, а этот почему-то очень жестко глючит. В итоге я решил поменять жесткий диск. Посмотрел разборку на него и офигел. Чтобы добраться до жесткого диска, нужно его весь разобрать. Но заодно я решил разобрать и почистить его. Посмотрел. Жесткий диск находится рядом с системой охлаждения. Скорее всего, система охлаждения забилась. И тепло передается на жесткий. Может быть, из-за этого он стал выходить из строя. Сейчас разберем, почистим. И, может быть, даже жесткий диск менять не будем. Вот. Поехали. Нашел несколько видео в YouTube по разборке этой модели. И во всех в них люди при снятии платы снимают экран полностью. Вот эту плату вынимают. Вот эту плату вынимают. Вот эту зачем-то вынимают. Хотя она, в принципе, не мешает. Как оказывается, вот здесь вот просто поддевается. Там
стоит разъем, в который вставляется эта плата. Эту плату можем не вынимать. Что касается этого угла, здесь немного посложнее. Тоже здесь стоит разъем, но все-таки придется левую часть матрицы отвернуть, потому что под ней идет крепление. Правую часть можно не отворачивать. Вот. Снимается. В принципе, плата вытаскивается, не снимая экрана. И не надо лишних действий. Ну вот как раз сам жесткий диск, как я говорил, расположен рядом с системой охлаждения. Большой привет конструкторам Dell, что они так охеренно поставили конструктивный жесткий диск, что его хрен поменяешь просто так. Горите в аду. Здесь вот еще хаб, скорее всего. По идее, здесь процессор должен быть. Это значит либо видеочип, либо хаб. Но если видеочип без охлаждения, то это вообще дебилизм. Скорее всего, видеочип вот здесь вот. А здесь вот процессор. Значит, это хаб. Но без всего. Вообще ничего нет, даже термопрокладки нет. Когда буду собирать, поставлю свою термопрокладку. В принципе, все, продолжу чистить. Как оказалось, видеочипа здесь нет, зато есть разъем под него. Значит, здесь встроенная графика в процессор. Получается, все-таки это хаб. Здесь процессор. Здесь вот термопрокладка лежала криво, мимо транзисторов. Вот эти два транзистора вообще не охлаждались, видимо. Что она лежала наполовине. Здесь вот термопрокладка под эти дроссели. И термопаста под процессор. Почему сюда ничего не добавили, мне интересно. Ну ладно, буду дальше чистить.
принципе, охлаждение не сильно забито. Чуть-чуть совсем. Только вот термопаста высохла. А так он, в принципе, нормальный. Можно было даже не чистить.